Приветствую вас. Мне показалось, что вы достаточно такой самоуверенный и знающий, чего он хочет человек, поэтому я постараюсь ответить вам примерно в таком же ключе. Мне кажется, что в глубине души вы верите в то, что если сделаете все, как муж хочет, то он даст вам то, чего хотите вы. Это детей. Это защищенность вашу собственную. И так далее. Мне кажется, что злит вас именно это. Ведь злость — это про страх, это про желание себя защитить. Мне так видится, что вы боитесь, что не сможете однажды себя защитить и сделаете, как хочет муж, предав себя. Ну, я бы не сказал, кстати говоря, что, что ваши страхи не обоснованы. Вот. То есть, иными словами, вы бурно реагируете и по вам задевает то, что происходит, задевает то, как ведет себя муж и так далее. И, на мой взгляд, это нормально, что вас задевает. Вот. Другой вопрос, что вы хотите с этим делать? Вот. И хотите ли вы с этим вообще что-то делать? То есть, ну, если вы хотите спокойнее реагировать, то нужно посмотреть, что у вас, собственно говоря, болит. Вот, потому что это то важное, на что нужно обратить внимание. Ведь, вас, когда вы говорите, что у вас срывает крышу от его наглости, имеется в виду, что вы терпите что-то, а раз вы терпите, значит, вы не являетесь собой в этот момент. И мне кажется, что ваша вот одна из главных задач заключается в том, чтобы быть собой в отношениях с мужчиной, не пытаться быть кем-то другой. Вот. Такое ощущение, что вы пытаетесь. Такое ощущение, такое чувство у меня возникает, что вы как раз таки пытаетесь быть другой, быть не собой в отношениях с мужчиной. Вот. И то, что вы содержите себя, квартиру, это ведь тоже, как вы понимаете, не сталкивает мужчину с реальностью относительно адекватности его видения.
Ну, его видение жизни и так далее, я это имею в виду. Вот. Поэтому вы можете не хотеть, чтобы он изменился, и я не могу сказать, что не поддерживаю вас в этом. Напротив, я считаю, что здесь вы поступаете очень зрело, здесь вы молодец. Но, на мой взгляд, это не единственный фактор. То есть, ваша реакция, она обусловлена внутренним напряжением. Ну, вашим внутренним напряжением. И, как мне кажется, с ним, с внутренним напряжением нужно работать. То есть, словно говоря, у вас родительские отношения с мужем. Вот. Как вы сами говорите, у вас детско-родительские отношения с ним. Если вы не хотите, чтобы они такими были, да, чтобы не он менялся, а чтобы вы могли быть, ну не знаю, порасслаблены, чтобы вы могли быть немножко собой, да, чтобы вы могли быть, ну, более естественно, ведь это нормально, то нужно начинать с себя. Ну, в этом смысле. Понимаете? Вот. Нужно начинать с себя и, как мне кажется, в первую очередь позволить себе быть собой. Позволить себе быть, ну, естественно. Вот. Настолько, насколько для вас это возможно. А дальше уже будет понятно, дальше уже будет очевидно. Вот. Что вам делать и как? Вот. Мне кажется, что ответ вам может быть дан такой. Вы правы, что не изменится мужчина, и честно, я верю вам в том, что вы говорите, что любите его, я вам верю. У меня нет причин, у меня нет оснований вам не верить. Вот. Но я думаю, что любовь не предполагает какой-то, знаете, болезненности, что ли. Вот. А у вас, по моим ощущениям, именно болезненность. У вас, по моим ощущениям, именно вот именно болезненность. То есть вам плохо, вы напряжены. Вот. Как бы.
То есть идея, в этом заключается идея. Вот. Мне кажется, что любовь это все-таки больше про естественность, про свободу, про такую, знаете, возможность быть разным. А получается, что в какой-то степени муж требует от вас быть одинаковым. И вы реагируете на это, вот так. Вы реагируете на это агрессией. Мне кажется, что это вполне нормально, мне так кажется. Мне кажется, что это вполне адекватная позиция. Вот. Ну, ну, адекватная вполне позиция с вашей точки зрения, потому что только так вы можете себя защитить. Поэтому мне кажется, что ничего необычного нет в том, что вы реагируете, таким вот образом. Вот. Тут только момент заключается в том, чтобы вы сами, может быть, это осознавали. Сами лучше осознавали этот момент. Вот. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Вот то, что я могу вам сказать. То есть, первое, это ваша боль. Вот, ну, болезненность вашей реакции на собственно действия мужа. Вот. На это осознавание ваших реакций на действия мужа. Потому что, ну, осознавание в каком смысле, да? В смысле того, чтобы вы понимали, что именно болит у вас. Что именно вас болит, и что именно вас тревожит. Понимаете, да? Что я имею в виду. Да, дальше это, в какой-то степени, я понимаю, что вероятно рискую, и что так говорю, но в какой-то степени это позволение себе быть настоящим. То есть позволение себе быть такой, да, вот, какая вы есть. Не там пытаясь быть там, не знаю, кем-то другим, да, не пытаясь быть какой-то иной, не пытаясь кого-то из себя строить. Вот как вы это делаете. Мне кажется, как вы это делаете. Ну, я могу ошибаться, конечно. Вот, но мне так кажется. Вот такой момент. Когда вы когда есть вы будете двигаться в таком направлении, вот, довольно быстро, при системном и последовательном, что важно, подходим, вот,
вы выйдете из состояния родителя по отношению к своему мужу. И у него не останется, в общем и целом, другого выбора, кроме как самому предмету решения. Вот. Но для этого вам это не так легко, как может показаться, но для этого вам нужно стать более честной, в первую очередь с собой, потому что сейчас, мне кажется, вы себя склонны обманывать. Еще один важный момент, который я хотел бы затронуть, вот, он, этот момент, касается детей, вот, мне кажется, это весьма важный элемент. Почему? Потому что, ну, я считаю, что я должен обратить ваше внимание на это, вот, просто в силу того, что это может повлиять на вас, как мне кажется, в будущем. Что я хочу сказать? Вы говорите о том, что вам хочется детей. Вот вы говорите, что очень хотите детей. Я так понимаю, что детей вы хотите от своего мужа, вот, обратите меня, если я ошибаюсь, вы хотите детей от своего мужа, но ваш муж, мягко говоря, не очень надежно. И мой вопрос, который я хотел бы вам задать, он заключается примерно в этом. А если ваш муж не слишком надежный человек, и вообще он такой достаточно, ну, инфантильный человек, да? Как вы говорите, то желая с ним детей, не подвергаете ли вы себя обманывать о детей? Ведь это будет их папа. А вот мне кажется, что это очень важный момент на который вам нужно обратить свое внимание. То есть желать иметь детей, как мне кажется, ну, хотеть детей, вот, как мне кажется, нормально. Если я не вижу в этом ничего плохого, в том, чтобы иметь детей, ну, в том, чтобы, может быть, не знаю, целенаправленно делать что-то, чтобы иметь детей, я в этом ничего плохого не вижу. Но, если вы напряжены сейчас, если вы не являетесь собой, если вы чувствуете вот напряженность в отношениях, да, если вы тревожитесь, если вы ругаетесь со своим мужем, то
или при том, что он не изменится, то как будут жить ваши дети? Вот. Вы говорите, что принимаете своего мужа, что не хотите его, ну, гнать. И это прекрасно, прекрасно. Но не совсем адекватно было бы думать, что только вы участница конфликта. Ваш муж участник конфликта тоже. Он тоже участвует в конфликте, к сожалению. Поэтому мне кажется, что здесь вы немножко больше берете на себя ответственность, чем можете вынести. И в какой-то степени опять становитесь в позицию родителям. Спросите себя, а может ли в такой ситуации мужчина стать более зрелым? На мой взгляд, нет. Иными словами, вам нужно дать больше пространства для того, чтобы человек рядом с вами познакомился с ответственностью. Ругаться можно сколько угодно. Взять отношения можно сколько угодно. Я не знаю ни одного случая, когда бы это приводило бы к чему-то хорошему. Но когда человек в позитивном смысле этого слова отпускает себя и позволяет себе быть настоящим, детско-родительские отношения в этот момент завершаются. Вот. И если вы на самом деле хотите этого, то направить свои силы вам, по моему мнению, следует именно туда. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Обращайтесь, надеюсь, на ваш отклик.